Банк России готов оказать всю необходимую поддержку отечественным банкам для начала работы в Крыму и Севастополе. Об этом на заседании Государственной Думы заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она также подчеркнула, что доступность финансовых услуг на полуострове – это приоритетная задача, и несколько банков уже изъявили готовность начать работу. Мы проводим постоянный мониторинг этой доступности. Я могу вот вам назвать цифры. Мы опрашиваем людей, компаний, насколько вам доступны эти ресурсы, сервисы, услуги в Крыму финансовые, насколько вы довольны. На сегодняшний день там зарегистрировано в Крыму всего 3 банка, еще 3 банка работают в Крыму. Да? Но тем не менее количество подразделений банков там около почти 300 уже. Банк России со своей стороны готов оказать всю необходимую поддержку. Напомним, ранее президент России Владимир Путин дал поручение Промсвязьбанку до 1 октября открыть свои филиалы в Крыму и Севастополе. Уже 4 апреля Промсвязьбанк объявил о старте работы с крымскими клиентами, но пока не открыл свои филиалы на полуострове. Также о своем намерении зайти в Крым объявил и ВТБ.